Как вы сказали? Да, пишу. Михаил Глушко. Угу. Да, след из машины Артема мы распечатали. След оставил мужчина с 43-м размером ноги. Угу. Что он сказал? Он сказал проверить по базам и посмотреть списки, которые он тебе дал. Ну, а кто это? Это друг Аллы, который обвинил Марину в воровстве. Так, Глушко, Глушко. Слушай, так он есть в списках военнослужащих с той базы, с которой пистолет украли? Точно. Звони шефу, а я в ресторан. Только переоденусь. Детектив поручил помощнице поговорить с сотрудниками ресторана об их хозяйке, Алле Триадской. Работа-то есть? Есть. Ну, я только 2 недели назад вернулась. Замуж вышла. А так, в Ульяновске работала в ресторане «Волга». Вы, наверное, бывали у нас. В Ульяновске? Не приходилось. Так, ну давайте с вами решим так. Я вас беру на месяц, на испытательный срок, а там посмотрим. Хорошо, спасибо. Сейчас, я иду. Вы пока идите в подсобку, вам там девочки все расскажут, потом подойдете ко мне, обязательно спросите Риту. Хорошо. Она все расскажет. Насонов дал задание помощнику выяснить, где живет Михаил Глушко, и установить за ним наблюдение. Ну что, пойдем знакомиться? Приеду. Как зачем? Надо поговорить. Вот приеду и узнаешь. Это он. Откуда вы знаете? Ну ладно, я-то его фотографию видел, а вы? По голосу. Это был он. Давай за ним. Значит, новенькая это у нас. Да, на испытательный срок. Угу. Ясно все. Ну, в общем-то, у нас ничего так. Неплохо, правда, жестко все. В смысле жестко? В прямом. Ты знаешь, Алла, она с виду только такая, простая. А так, знаешь, за свое ударит. Но мне чужого не надо. Ну, чужого. Откуда ты знаешь, где свое, где чужое? Вот, допустим, куртка вот эта вот твоя. Конечно, моя. А это ты так считаешь. Алла скажет, что это ее. Скажет, вот давай мне с ней отдай. Что делать будешь? Зачем ей моя куртка? Ну, зачем ей моя? Глупенькая ты. Да тебе до этого тут тоже девочка одна работала официанткой, Марина. Все бы ничего, все нормально. С мальчиком встречалась. Мальчик симпатичный, красивый, высокий. Все бы ничего. И хорошо у них складывались отношения. Да вот он Алле тоже понравился. И что? Да ничего. Спустя какое-то время просто у Маринки в сумке кошелек нашли, клиентский. И что дальше? Что-что? Да ничего. Алла ее так и уволила. А Марина знает, что ей кошелек подбросили? Конечно, знает. Догадывается даже кто. Алла тем временем, пока вот эти суть доделался, вот эти вот разборки начались-то, она с ее парнем-то и сошлась. Стали жить они вместе. Ой, ладно, некогда мне с тобой тут все болтать. Заболталась я. Пошла делами заниматься. Давай. Алексей Викторович и Роман продолжали следить за Михаилом Глушко. Глушко приехал к ресторану Аллы. Все выяснили? Да, мне Рита все рассказала. Все устраивает? Да, вполне. Значит, что касается чаевых и зарплаты, тут есть такие нюансы. Мишенька, привет, дорогой. Что она здесь делает? Новенькая девочка пришла устраиваться официанткой. Какая официантка? Это ячейка! Она работает с частным детективом, она пришла выникать что и как! Опа! Стоять! Вот, Чил, я не кончу-то это добром. Ведь это ты меня втянула. Миша, помоги! Мальчик совсем нюх потерял, надо его проучить. Проучили! Выручил! Глушко, отпусти ее! Миша, ты что, с ума сошел? Все, давай в машину.